Служение Дерика Принца. Война на небесах. Часть вторая. Итак, есть четыре основных ранга. Престолы, господство или владычество, правительство и власть. Власти. А теперь давайте вернемся к шестой главе послания к Ефесянам, 12 стиху. С него мы и начали. Зачитаю вам версию Дерека Принца. Наша борьба не против личностей с телами, но против начальств, Против властей, против мира правителей, тьмы века сего, против духовных орд или сил зла в Поднебесье. Заметьте, что в начале идут начальство и власти или правительство и власти. Если вы откроете послание Колоссинам, то увидите, что два наивысших ранга не участвовали в бунте. Бунт начался на уровне начальств и властей или правительств и властей. То есть престолы и господство никогда не были отчуждены от Бога. Но мы все еще имеем дело с невероятно сильными духовными существами, которые названы правителями или начальствами и властями. Вот с чем мы сражаемся, если все-таки сражаемся. А вы сражаетесь? Можете не отвечать на этот вопрос, но вы не можете делать этого несознательно. А теперь... Давайте перейдем к истории в книге Даниила, которая очень ярко демонстрирует наличие промежуточного неба между Божьими небесами и этой землей. Оно захвачено ангелами сатаны. Если вы не знаете, где найти книгу Даниила, то вернитесь назад. Она идет после после чего, скажите? Ах, да, книга Даниила, 10 глава. Это урок о ходатайстве, и он очень актуален сейчас. Второй стих, мы посмотрим его. В это время я, Даниил, три недели находился в трауре. Он был в трауре из-за печального положения своего народа. Почему мы с вами можем быть в трауре? Из-за печального положения нашего народа. Я не ел ни изысканных яств, ни мяса, не пил никакого вина. Я не умощал голову свою маслами, пока не закончились эти три недели. Это так называемый пост Даниила. Это не полное воздержание от всей еды, а воздержание от всего, что приносит вам радость, ну, например, кофе. Сейчас я перестану проповедовать и буду вмешиваться в ваши дела, друзья мои. Я принял спасение в 1941 году, если вы верите, что люди так давно живут на Земле. Я принял спасение в британской армии и был совсем недуховным. Я не знал, что Бог говорит с людьми. Я чувствовал, как кто-то говорил мне, «Никакого шоколада, никакого шоколада». Я подумал, «Ну это же смешно! Я ведь очень люблю шоколад!» А еще я был ответственным за столовую в моем подразделении в пустыне и имел доступ ко всему шоколаду. Но позже, когда я женился на Руфь, она сказала мне, «Ты шокоголик!» Я еще никогда не видел, чтобы кто-то ел шоколад так, как ты. Ты съедаешь шоколадку «Таблерон» за один присест. Видите, я стал зависим от шоколада. Теперь я свободен, слава Богу. Но если бы я прислушался к предупреждениям от Бога, то это спасло бы меня от многих страданий. Удивительно то, что за последние 50-60 лет кое-что выпало из словаря христианина. А знаете, что это? Самоотречение. До этого все люди считали, что христиане практикуют самоотречение, но каким-то образом это прекратилось. Сегодня мало кто думает об этом понятии самоотречение. Но Иисус сказал: если вы хотите следовать за мной, какой первый шаг? Всякий приходящий ко мне должен отречься от себя. Итак, Даниил отрекся от себя и три недели не ел никакой приятной пищи. На 24-й день первого месяца года я стоял на берегу великой реки Тигр. Я поднял глаза и увидел перед собой человека. На нем были льняные одежды, и подпоясан он был поясом, сделанным из уфасского золота. Тело его было как сияющий камень, лицо было ярким как молния, глаза его были как горящие факелы, руки и ноги его как начищенная медь, голос его как голос толпы людей. Я, Даниил, был единственным, кто видел это видение. Люди, бывшие со мной, его не видели, но все же испугались. Они были так напуганы, что бросились бежать и спрятались. Люди, которые привели меня к Господу, были друзьями Смита Вигглсворта. Я не знал его лично, но помню, как кто-то однажды спросил его, «Я думаю, что видел ангела. Вы думаете, это так?» Он ответил, «А вы были напуганы?» «Нет». «Тогда это был не ангел». Каждый раз, когда кто-то в Библии видел ангела, он всегда был напуган. Итак, Даниил был напуган. Это восьмой стих. «Я остался один и наблюдал это видение. От страха силы оставили меня». Лицо мое побледнело, как у мертвеца, и я был беспомощен. Я услышал, как заговорил тот человек. Слушая его, я впал в глубокий сон, лежа лицом к земле. Ниже уже некуда. Когда я готовлюсь к служению, то всегда уделяю время тому, чтобы лежать на своем лице на полу. Если вы лежите на полу, то ниже уже некуда. Если я этого не делаю, то всегда боюсь последствий. Затем рука коснулась меня. Я встал на колени, опираясь на руки. Человек из видения сказал мне, «Даниил, драгоценный мой человек». А почему он драгоценный? Я думаю, потому что его волновала судьба его народа настолько, что он постился и молился за них. Обдумай тщательно слова, которые я скажу тебе. Встань, ибо я послан к тебе. Я не закончил свой рассказ о посте, кстати. Два года назад я выступал на конференции «Хадаты Америки» вместе с Биллом Байтом, который многих людей научил поститься. Я решил подсчитать, а сколько раз я постился за все свое христианство. Получилось больше восьми лет. Не за один раз, конечно же. И я не считаю это впустую потраченным временем. Услышьте меня. Я бы не был там, где я есть сегодня, если бы я не практиковал пост. Иисус сказал Своим ученикам, «Когда поститесь?» Он не сказал, «Если вы поститесь». Он сказал, «Когда вы поститесь». Он вознес это на один уровень с благотворением и молитвой. Он говорил о трех вещах. Когда молитесь, когда даете милостыню и когда поститесь. Это пример для подражания. Иисус начал свое служение с сорока дней поста. В Евангелии от Луки 4 главе сказано, что после того, как он был крещен, он отправился в пустыню, полный Святого Духа. А после сорока дней поста он вышел в силь Святого Духа. Это большая разница. Вы можете быть полны Святого Духа, но движетесь ли вы в силе Святого Духа? Так вот, мы продолжим читать Даниила, 10 главу, 12 стих. «Ангел сказал Даниил, не бойся, Самого первого дня, когда ты решил достигнуть мудрости и быть смиренным перед Богом, быть именно смиренным. А что же противоположно смирению? Мы можем выбрать одно или другое. Гордость приводит к катастрофе, а смирение ⁇ это путь к успеху. Он слушал твои молитвы. Я пришел к тебе, потому что ты молился». Даниил постился 21 день, но ангел с ответом был послан еще в первый день. Так почему же ему понадобился 21 день, чтобы добраться до Даниила? Вот он и ответ. «Но принц Персидский сражался со мною 21 день. Это не человек. Это сатанинский правитель из Поднебесия». У него было особое задание. Он занимался Персией. Однажды со мной произошло нечто восхитительное. Меня пригласили выступать перед тысячей иранских христиан в Голландии. Это были беженцы из Ирана. Они рассказали, что Иран на краю духовного взрыва. Не подумайте, что я хвастаюсь. Наш представитель в Голландии пытался заинтересовать их мной, но они не были заинтересованы, пока он не показал им книгу «История поста и молитвы». Ах, это он написал эту книгу. Тогда мы хотим с ним встретиться. Есть как минимум четыре страны, на чью историю сильно повлияла эта книга. Это, во-первых, Россия, во-вторых, Чехословакия, в-третьих, Персия, ну и еще одна страна. Если вы хотите увидеть перемены в своей стране, то этого не будет без поста и молитвы. Я написал эту книгу более 20 лет тому назад. Я стал американцем по своему выбору. Я эмигрировал в эту страну совершенно случайно. Мало кто эмигрирует случайно, но у меня так получилось. Я прибыл на границу с женой датчанкой и маленькой африканской дочерью. Это было из северной докоции Меня спросили, «Цель вашего визита?» Я ответил, «Я приехал в гости». У меня было приглашение от одного пастора, и вот они продолжают свой опрос. «Как долго вы планируете быть в стране?» «Ну, около полугода, не больше». Это слишком долго для одного визита. Я знал, что не нужно спорить с такими людьми. Тогда я спросил, может, вы нам поможете? В это сложно поверить, но они сказали, приезжайте в Миннеаполис, и мы поможем вам иммигрировать. Я, наверное, единственный человек, эмигрировавший в Соединенные Штаты Америки случайно. Слава Богу за эту страну. Христиане Америки были невероятно добры ко мне. Я многим им обязан. Я решил отплатить им, написав эту книгу, потому что на примере американской истории она показывает, какую роль молитва и пост сыграли в формировании этой страны. Там также много примеров из моей жизни. Очень часто моя жизнь менялась благодаря посту и молитве. Если вы хотите, чтобы эта страна вернулась к Богу, то не думаю, что это может произойти без поста и молитвы. Вы должны спросить себя, насколько важно для меня благополучие моей страны. Я очень благодарен народу Америки. Они тепло принимали меня, поддерживали меня. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы отплатить им за это. Но лучшее, что я могу сделать, так это сказать им правду о посте и молитве. Вы знаете, что британцы считают пилигримов изгнанниками? Они уехали на Запад и просто исчезли из британской истории. Когда я приехал в Америку, то меня пригласили проповедовать в Плимуте, штат Массачусетс. Проповедовать нужно было о пилигримах, а я ничего не знал о них. Мне пришлось искать о них информацию, из-за религиозных гонений в Англии они убежали в Голландию. Они собрали всех мужчин, женщин, детей. Это было в городе Лайден, что в Голландии. И вот они назначили день поста и молитвы на основании книги Ездры 8 главы 21 стиха. Они решили смириться перед Господом и искать Его лица. Затем они вышли оттуда, остановились в Плимуте и отправились в Новую Англию. Можно сказать, что эта страна или эта ее часть родились из поста и молитвы, а это — библейское основание. Думаю, глупо отворачиваться от истории, от Библии к человеческой философии. Я был философом, Поэтому не испытываю никакого уважения к человеческой философии. Это пустая трата времени. Я говорю это не потому, что я потерпел в ней неудачу. Я был успешным философом. Мне уже тяжело поверить в то, что я закончил Королевский колледж по специальности «Эволюция метода определения Платона». Вы в это можете поверить? То есть я говорю об этом не потому, что я в этом не преуспел. Я был успешным, но когда я встретился с Господом, все это стало неактуально для меня. А далее мы посмотрим с вами 13 стих. «Но принц Персидский сражался со мною 21 день». Это было длительное сражение, трехнедельный конфликт в Поднебесье, Ангел Божий нес Даниилу ответ на молитву. Ангел сатаны в Поднебесье, в промежуточном небе, противостоял ему. Не следует недооценивать силу сатаны. И далее сказано, потом Михаил, один из самых первых принцев ангелов, пришел помочь мне, ибо я оставался там с царем Персием. Если вы прочтете 12 главу Даниила, то в первом стихе сказано, в то время восстанет великий князь, ангел Михаил, стоящий за твой народ. За кого он восстанет? За народ Израиля. Это непопулярное слово, но так оно и есть. Евреи ⁇ это народ Даниила. Когда вы видите в Писании Даниила, то это значит, что евреи занимают центральное положение в истории, потому что он стоял за свой народ. И затем сказано, ⁇ Я оставался там с царем Персии ⁇ И так один ангел не мог прорваться. Их понадобилось двое, он и Михаил. И вот теперь я пришел к тебе, Даниил, чтобы объяснить, что случится с твоим народом в будущем. Это видение о далеком будущем. Пока этот человек говорил со мною, я припал лицом к земле и не мог произнести ни слова. Затем тот, кто был похож на человека, прикоснулся к моим губам. Я открыл рот и начал говорить. Я сказал тому, который стоял передо мною. Господин мой, я расстроен и испуган тем, что видел в своем видении. Я чувствую свою беспомощность. Но, Господин, как же я, раб Твой, могу разговаривать с Тобой? Силы покинули меня, я едва дышу. Это был сильный духовный опыт. Не все они бывают приятными. Если вы хотите только удовольствий, то так вы многое упустите. Тот, кто был похож на человека, снова дотронулся до меня. И я почувствовал себя лучшим. И сказал он тогда, «Не бойся, Даниил, Бог тебя очень любит. Мир с тобою, мужайся, мужайся». Пока он говорил со мной, я набрался сил и сказал, «Господин мой, ты дал мне силы». И он сказал, «Знаешь ли ты, почему я пришел к тебе. Скоро мне надо будет возвратиться и бороться с принцем Персидским. То есть битва была не окончена. Он прорвался, но на обратном пути ему предстояла встреча с ангелом сатаны, принцем Персидским. Когда я уйду, придет принц Греции. Принц Греции это не человек, а еще один ангел сатаны. Итак, мы видим две страны — Персию и Грецию. За каждой из них был закреплен ангел сатаны, чтобы воплощать планы сатаны. Почему они так важны для Бога и для сатаны? Потому что они решали судьбу Израиля. Я должен сначала сказать тебе, что написано в книге «Истины». «Никто не стоит рядом со мной против этих принцев, кроме Михаила, принца твоего народа». Он разговаривает с евреем, принц твоего народа. Это яркое описание конфликта между Божьими ангелами и ангелами сатаны не на земле, а в Поднебесье. Видите, насколько это реально? В первый год царствования Дария Медянина я стал опорой Михаилу в его борьбе. Дарий — это правитель, поднятый Богом, чтобы благословить Израиля. Вы видите, что Израиль является центральной темой всего этого. Благодаря влиянию Дария на Израиль его поддерживали ангелы Божии. Получается совсем другой сценарий, не похожий на то, к чему мы привыкли. Важно помнить, что всю эту кашу заварил Даниил. Это была инициатива Даниила. Инициатива исходила не с неба, а с земли. Даниил начал пост и молитву, и это запустило небеса в действие. Бог послал ангела с ответом, но в Поднебесе ему помешал ангел сатаны, принц Персии. И этому ангелу вместе с Михаилом понадобился 21 день для того, чтобы прорваться. Видите, борьба — это... Не небольшая игра, а серьезное дело. Если бы вы могли запомнить только один факт, то я хочу, чтобы вы запомнили то, что от нас требуется значительно больше, чем мы делаем, для того, чтобы разрушить силы сатаны над этой страной. Если он сможет разрушить Соединенные Штаты Америки, то он это сделает. Должен сказать, надеюсь, вы поймете меня правильно, но большое число американских христиан не имеет связи с реальностью. Они играют в свою религиозную игру, хорошо проводят время в церкви и ничего не знают о смертельной схватке, которая идет в духовной сфере, и что церковь на земле играет в этой схватке очень важную роль. Наша борьба не против существ с телами, а против правителей и властей, мироправителей тьмы века сего». Дорогие братья и сестры, это далеко не маленькое задание. Оно требует полного посвящения и осознания реальности духовной ситуации. Оно требует покончить с эгоизмом, эгоцентризмом и потаканием своим прихотям. Это слишком важно, чтобы мои жалкие личные интересы помешали мне сделать то, к чему призывает меня Бог. Думаю, вы представили себе эту картину. А далее мы снова вернемся к посланию Ефесиным. Та же самая шестая глава. Надеюсь, мне удалось донести до вас то, что в Поднебесье идет настоящий конфликт — нам нужно исполнить свою роль. Без нашего участия там не обойтись. Мы это уже поняли. Надеюсь. Поняли? Иначе я просто зря трачу свое, да и ваше время. А сейчас хочу показать вам то, что недавно показал мне один проповедник. Когда вы читаете послание к Ефейсонам, то все заявления там во множественном числе. Там нет ни одного обращения к одному человеку. Вся глава обращена к церкви, к верующим. Весь этот сценарий не предусмотрен для одинокого рейнджера. Для него нет здесь роли. Нужно коллективное участие Божьего народа, иначе ничего не выйдет. Итак, посмотрим, и откроем послание к Ефесянам, 6 главу, 13 стих. «А посему облачитесь в полные доспехи Божии, чтобы противостоять, когда настанет черный день, и выстоять, сделав все возможное». Павел использует в качестве примера оснащение римского легионера. Его доспехи или его всеоружие, и дает им духовное значение. Итак, это послание Ефесянам, 6 глава, 13 стих. «О, если бы я знал, как выдуть с нос так, чтобы это не попало на мои записи!» «А посему сказано тут...» Вы слышали мое известное высказывание, если в Библии есть «посему», то нужно узнать, почему оно там. В 13 стихе «посему» находится там из-за 12 стиха. Все потому, что мы участвуем в серьезном конфликте с сатанинскими силами под небесием. Нам нужно надеть на себя все эти доспехи. Это чрезвычайно важно для тех из вас, кто участвует в духовной войне не участвуйте в ней безоружными». Павел перечисляет шесть элементов доспехов. Пять элементов используются для самозащиты. Давайте быстро разберем их, а вы посмотрите, чего именно вам не хватает. 14 стих. «Стойте же твердо, припоясавшись истиной». Первый элемент — это пояс. Вы должны понимать, что в то время и мужчины, и женщины носили длинные одежды, которые были ниже колена. В Библии часто используется фраза «подвяжите свои чресла». Для того, чтобы кто-то мог сделать что-то, ему нужно было подобрать свои одежды до колен, чтобы свободно двигать ногами. То есть вы надеваете пояс, подбираете одежду и засовываете ее под пояс. После этого вы готовы к действию. До этого вы не могли действовать. Ваши длинные одежды мешали вам. Стоите же твердо припоясавшись истиной. Думаю, это очень важно. Это значит, что мы должны быть беспощадно честными с собой и с другими людьми. Я рассказывал вам о моей первой жене Лидии. Она была именно таким человеком. Однажды кто-то спросил у нее, как ваши дети. Она ответила, скажите, а вам действительно это интересно? Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.